Леш, сегодня играли против команды из второй половины турнира таблицы, но матч получился сложным, особенно первый тайм. Почему так, как думаешь? Ну, во-первых, хочу всех поздравить с победой. Очень важная, тяжелая победа. Нижний Новгород хорошо обороняется перед своей штрафной. Тяжело взламывать, но нам удалось это сделать и победить. Первый тайм ничья 1-1. Что в перерыве тренер сказал? Какие коррективы унес? Ну, сказал чуть активно добавить, больше ударов наносить поворотом. Без ударов нет голов, как говорится. И также продолжать искать свой момент. Когда ты забил свой первый мяч, там ошибка вратаря или удар был достаточно сильный, чтобы прошить его? Сейчас не могу что-то сказать. Я в моменте был чуть-чуть, потом побежал сразу радоваться, не видел, еще не пересматривал. Но мне показалось, что хороший, просто плотный удар был. Возможно, он не увидел просто момент удара и все. Второй гол головой. Часто головой сбиваешь? Ну, на таком уровне не часто. В детстве частенько сбивал, да. Но тут, опять же, можно отметить вброс аута от Самохи. Так бросить. Я таких игроков еще не встречал, да. Мне просто повезло, что так отскочил, и я забил. Сегодня у тебя был шанс получить четвертую желтую карточку, и это помешало бы тебе сыграть с Спартаком. Думал об этом или вообще об этом не думаешь в игре? Особо не думал. Конечно, предупредили. Но в игре это тяжело контролировать, когда на эмоциях, когда хочешь победить, и иногда забываешь об этом. Следишь за своей личной статистикой? Знаешь, что сегодня произошло? Не знаю. Догнал сегодня Глушенкова, 7 голов у него, теперь и у тебя. Для меня моя статистика, я буду повторять еще раз, то, что не самое главное. Для меня главное – это победа команды. Вот и все. Потеряли очки «Динамо», «Спартак», «ЦСКА». Следили за этими результатами? Я, если честно, не следил, потому что готовился к матчу. Сейчас посмотрю, как сыграли. Ну, мы хотим отталкиваться от своей игры и идти от матча к матчу. После матча очень долго говорил Женя Лукиных, твой товарищ из молодежки, что обсуждали? Ничего, обсуждали просто и жизнь, ну, немного матч, конечно. Немного скучаем, мы с ним прошли очень много, всю академию, и просто тепло пообщались. Что скажешь болельщикам нашим после сегодняшнего матча? Очень приятно играть, когда есть болельщики. Когда забиваешь, поднимаешь голову, и тебя гонят вперед. Я хочу поблагодарить каждого болельщика, который приехал, каждый болельщик, который смотрел матч, это победа для вас.